Чем чище малые реки, тем здоровее Волга и приятнее отдых в ее акватории. Опытные активисты это хорошо понимают, особенно те, кто и сам проводит в таких местах уикенд вместе с семьей. Уборка притоков самой крупной полноводной реки стала доброй ежегодной традицией для многих сотрудников предприятий Куйбышевского района и других частей Самары, а также медиагрупп средств массовой информации. В этом году благоустройство территории начали с берега Татьянки. Заводчане с удовольствием откликаются на предложение поучаствовать в подобных мероприятиях, побыть на природе, помочь, ну, так скажем, поразмяться и убрать территорию. Это полезно и приятно. Основная задача активистов – убрать мусор, сухие ветки, очистить водную гладь и противоположный берег реки. Порой волонтеры находят на территории акватории совсем неожиданные вещи – старую мебель, шины автомобилей и многое другое. Облагораживать зону отдыха на всей протяженности берега помогают представители департамента городского хозяйства и экологии, обеспечивают инвентарем и сами выходят на уборку. В целом в акции приняли участие более 100 человек. Мы не просто как бы сейчас этим действием, да, делаем какую-то определенную территорию чище. Также мы подаем пример для остальных и как пробуждаем к действиям, к размышлениям, где формируется гражданская позиция, да, как к отношению к окружающей среде. Вот, в дальнейшем будем в этом направлении работать. Вместе сделаем чище наш любимый край. После уборки весь скопившийся мусор вывозят на полигоны. Эту миссию также берет на себя профильный городской департамент. Экологическую акцию по уборке акватории малых рек проводят в преддверии Дня Волги. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.